Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня у нас первая серия увлекательнейшего художественного фильма «Страсти по-брауншвейгски». Постоянные зрители канала наверняка помнят, что я родился в маленьком поселочке в Татарии. Это было давно, во времена всеобщего дефицита. И в наших краях можно было купить в магазинах только ливерную колбасу, ну изредка докторскую. Так вот, в первый раз в жизни сырокопченую сыровяльную колбасу я увидел в Москве. Наш класс на зимние каникулы отправили на экскурсию в Харьков. И в промежутке в ожидании между поездами, у нас была пересадка, мы полдня болтались по Москве. Так вот, я помню, что в качестве сувенира привез домой палку сервелата. Мама была, мягко говоря, в шоке. Она сказала: спасибо, конечно, но это очень дорого. После школы я уехал в Москву и поступил в институт. Это как раз совпало с разгаром перестройки, из магазинов исчезло все, кроме спичек и соли. Но даже если бы не исчезло, в студенчестве-то особенно не разгуляешься. Короче, вы понимаете, что мои вкусовые привычки сформировались в условиях жесткого дефицита. И так получилось, что сыровяленые, сырокопченые колбасы я стал пробовать уже в очень зрелом возрасте и, мягко говоря, ими не особенно увлекался. Так вот, увлекшись домашним колбасированием, я регулярно сталкиваюсь с такой ситуацией, когда приготовить какую-то колбасу по ГОСТу я могу, а сравнить ее вкус с эталоном, так сказать, не получится. Просто потому, что никогда раньше такой колбасы не пробовал. И брауншвейгская из той же оперы. Я прочитал, что она была одной из самых вкусных, если не самая вкусная колбаса того советского времени. Прочитал и решил, надо пробовать приготовить. И в качестве первого варианта я взял за основу рецепт из ГОСТа 16131. Второй рецепт вы увидите в следующем выпуске. А для сегодняшнего мне понадобится говядина нежирная, сало хребтовое и свинина. Это кусок передней ноги, даже ближе к лопатке. Вот эту кость надо вырезать и шкурку тоже, естественно. Ну, кроме того, понадобится соль нитритная, сахар, перец черный, кардамон и стартовые культуры. Я использую Бесостарт. Из магазина ем колбаски. Ну и раз уж упомянул магазин, то рекламировать, так рекламировать. Для того, чтобы сыровял получился у вас правильный, без брака, без закала, то есть без тонкой такой сухой корочки под шкуркой, очень важно при завяливании выдерживать правильный режим температуры и правильную влажность. Для этого используют специальные камеры с очень точно регулируемой температурой и влажностью. Я такой конструировал, если кто-то пропустил, то вот щелкайте сюда и посмотрите. Но! Если у вас нет дома места для такой камеры, или если у вас вдруг руки растут на полметра ниже плеч, то приобретайте вот такую колбасную оболочку, называется Айцел. Она хороша тем, что скорость влагопотери такая низкая, что вялить можно в дверце обычного холодильника, ну правда он должен быть системой No Frost, и ее вы тоже можете купить в магазине Ем Колбаски. Короче, хватит болтать, поехали! Мясо надо нарезать кусочками. Если с говядиной никаких проблем нет, то вот лопатку для начала придется освободить от шкуры и удалить из нее кость. Самое сложное в приготовлении сыровяльной колбасы, ну или сырокопченой, это запастись терпением. Нарежу свинину кусками не больше 300 грамм весом. Это для предварительного посола. Говядину тоже так же нарежу. И засолю. Здесь только нитритная соль, ну и сахар. Потому что процесс завяливания совсем не быстрый. И за месяц-полтора с миоглобином успеет прореагировать гораздо больше нитрита натрия, чем это успевает, например, в ветчинах или вареных колбасах. И теперь отправлю просаливаться в холодильник на 5-7 дней. Ну, конечно же, накрыв пищевой пленкой, чтобы не заветривалось. Ну и чтобы время не терять, сейчас же нарежу сало. Конечно, это можно сделать и потом при составлении фарша, но что оттягивать. В брауншвейгской колбасе очень важно получить правильный рисунок. Мелкие кусочки сала, большое количество их вкраплений. Вот чтобы они были мелкими, чтобы они были красивыми, сало нужно нарезать. Пропускать через мясорубку, тем более через непромышленные там кутеры, через мясорубку не получится, оно все размажется. И поэтому даже и нарезку нужно проводить именно подмороженного сала. До температуры там 0-2. Можно даже так сделать. Вот нарезал пластинок и отправил их в морозилку. Опять подмораживаться. Подморозиться не как следует. Вынуть их и дальше подрезать. И опять в морозилку. А затем вынуть и нарезать совсем уже маленькими кубиками. Ну, миллиметра по 4. И опять в морозилку. И периодически вытаскивать и помешивать, чтобы они не смерзлись там один комок, а были рассыпчатые, ну, как горох. Вот такой.
Ну, на сегодня я все процедуры завершил и вернусь к этому увлекательному занятию через недельку. Оставайтесь с нами. Прошла ровно неделя, и пора потратить еще немного времени на приготовление колбасы. Смотрите, какое выглядит мясо. Поверхность потемнела, а внутри красная. Надо его нарезать кусочками для мясорубки. Вот такими будет нормально. И проверну все на решетке с диаметром отверстий в 3 мм. И смешивать пока говядину и свинину не надо. Так что в одну чашку пойдет одно мясо. А в другую другое. А теперь внесение специй. В моем случае это кардамон и черный перец. Это я с говядиной смешиваю. Хотя, признаться честно, для предварительно посоленного мяса я не вижу большого резона вносить специи именно в такой последовательности. Так, а теперь свинину сюда. И еще помешать минутки 2-3. А вот с добавлением нарезанного сала у меня есть некоторые сомнения. Я его и резал-то ножом, и замораживал как раз-таки для того, чтобы в готовой колбасе эти кусочки были отдельными, размятыми. А если смешивать ее, эту самую свинину с мясом, именно в этом тестомесе, в планетарном миксере, то очень большая вероятность, что лопатка перемнет все эти кусочки, они расползутся. С другой стороны, я их до минус 28 заморозил. Ладно, попробую здесь замешать, а там посмотрим. Не получится, но тогда буду руками мешать. Если вдруг увижу проблемы. Так, понемногу. Просто морозить руки не хочется. Так, ну, похоже, что все-таки получилось у меня вымесить более-менее до однородного состояния, и при этом кубики сала целенькие остались. Ну, так что руками возиться не буду. Так, ну, вроде все вымешал, и на сегодня приготовление колбасы завершено. Теперь нужно этот фарш отправить в холодильник еще на сутки. Так что у меня перерыв, а вы оставайтесь с нами. Следующий этап – набивка. Как видите, я уже подготовился. Да, новички на канале. Если кто не знает, есть плейлист Skills and Tools. И там существует обзор этого китайского колбасного шприца. Проходите, смотрите, если интересно. Набивать буду вот в эту оболочку Айцел. Она специально предназначена для сыровяленых и сырокопченых колбас. Хороша тем, что скорость благопотери через нее невысока. А значит, в ней можно с успехом вялить колбасу даже в тех условиях, которые для этого вроде бы не предназначены. Ну, например, в холодильнике. Там-то отрегулировать влажность не получается. Как любую колбасу, предназначенную для сыровяла, набивать надо как можно более плотно. Ведь в процессе сушки-то она усядет. И если набивка будет неплотной, получите воздушные поры внутри. Это брак. А теперь обвязка. Петельку набросил, удавочку, а теперь сделаю петлю для подвешивания. Все очень просто так. И вот за эту цепляю, вот за эту. Ну, вот так. Все. Перевернул. И теперь нужно очень сильно уплотнить батон. Делаем петлю, набрасываем. Для дополнительного уплотнения можно сделать еще несколько перевязок. Давайте так и сделаем. Ну, тогда же поплотнее будет. А вот да.
Так, ну эту колбаску нужно подвесить в холодильнике на 5-7 дней на осадку. То есть температура плюс 2, плюс 4 градуса. У меня, правда, места для подвешивания нет, так что просто положу. До встречи через неделю. Я в течение последних двух недель столько разных колбас, ветчин и прочего готовил, что совсем потерялся во времени и к стыду своему обнаружил, что я забыл про вот эту колбасу, представляете? Мне нужно было ее отправить на санитарное копчение, ну, по крайней мере, дней 5 назад. Ну, надеюсь, что она не испортилась. Она у меня лежала все это время в холодильнике. То есть она вместо 7 дней максимального времени пролежала в холодильнике, отвисала, так скажем, 12 дней. 12 дней, ужас. Ладно, значит, в коптильне я поставил свой дымогенератор, вот раскочегарил он у меня, дымит тихонечко. Здесь стоит нагревательный элемент. Подробности про эту камеру с регулированием температуры копчения смотрите, я здесь ссылочку повешу. Там смотрите. Все, процесс пошел, и будет она у меня коптиться при температуре 31-32 градуса, наверное, 48 часов. Да, что такое санитарное копчение? То есть сейчас внутри, теоретически, должны во всё развиваться соответствующие бактерии, которые ферментируют это мясо. Но слишком долго продолжаться этот процесс не должен. В какой-то момент его надо остановить. И вот сейчас пойдет как раз-таки процесс копчения. И коптильные вещества, дым полностью должен остановить как раз-таки процесс развития этих самых бактерий. Емкости этого дымогенератора хватает где-то на 10-12, иногда 13 часов тления. То есть мне подходить к этому агрегату нужно 2 раза в сутки. Закрываю. Сейчас температура в шкафу, как видите, всего 18,9 градусов, и она растет потому, что включился нагревательный элемент. Сейчас он догонит до 31 градуса и так будет поддерживать температуру. Встретимся с вами тогда, когда копчение завершится, и мне нужно будет убрать колбасу уже на завяливание в камеру для сыровяла. Ну, посмотрите, какой цвет получится. Оставайтесь с нами. Я думаю, этого достаточно. И посмотрите, какой она цвет набрала. Просто сказка. О, чудо из чудес чудесное. Глянцевая, блестит. Она вся покраснела. Все, санитарное копчение на этом завершено. И сейчас нужно отправлять на длительный процесс завяливания. Кстати, не обращайте внимания на голос, это слегка подпростыл. Ну что, пойдем в камеру? Так. И сейчас выдружу в камеру. В этой камере у меня завяливаются разные сорта колбас, в том числе брауншвейгские. Что-то из этих колбас вы уже увидели в других роликах. Все, процесс пошел, и следующая наша встреча уже будет за столом, когда я буду разрезать эту замечательную, я надеюсь, замечательную брауншвейгскую колбасу. Оставайтесь с нами. Долгожданная, очень долгожданная проба. Напоминаю, что начал я готовку 6 марта, сегодня 27 июня. То есть практически 4 месяца готовки. Она может, конечно, и дальше висеть, но она уже готова. И сейчас я буду ее резать. Да, а резать я ее буду новыми классными ножами от Самуры. Смотрите, какое чудо мне прислали. Это просто обалдеть. Я просто в восторге. Вот эмоции зашкаливают. На самом деле, Самура, на мой взгляд, полностью, вот просто полностью превзошла все самые мыслимые и немыслимые свои рубежи, которые она до этого достигала.
круть неимоверная. Это серия Blacksmith, полностью ручная заточка, ручная ковка. Смотрите, какие следы этих самых ковки. Здесь AUS 8, просто обалдеть. Вы, наверное, уже видели меня в других роликах, да? Но я до сих пор все еще вот подпрыгиваю. Насколько приятно брать их в руки, эти ножи. Просто быть. Да, есть минус. Их нельзя бросать мокрыми. Попользовался, тут же помыл, насухо протер. Иногда их надо побаловать каким-нибудь там маслом, к примеру, гвоздичным. В следующих поставках, кстати, Самур обещает в комплект класть маленький пузыречек гвоздичного масла. Ну ладно, собственно, я же взялся колбасу пробовать, а не ножами хвалиться. Ну, вы смотрите, какое чудо, а? Просто чудо. Ой. Так, ну и колбаску. Легкий-легкий запах копчения. Ну, вот так вот я здесь располосую. Ой, какое чудо, а? Просто посмотрите. Вот так вот. Какая-то фантастика. Просто фантастика. Смотрите. Так. У нас по случаю лета жуткий ветер, как видите. Просто сдувает с нашей горы. Слушайте, пахнет брауншвейгской, такой классической, хорошей брауншвейгской колбаской. Легкий-легкий запах копчения. Острые запахи чувствуются. Слушайте, чудесная колбаса, просто чудесная. Фантастика. Не удержусь, еще съем. Эту колбасу надо ставить на поток. Вот сразу вертеть килограммов по 5 и вывешивать. Пусть она там висит у вас, вялится. И, наверное, по 5 килограммов, ну, каждые 2 месяца. А может, даже каждый месяц. Чтобы постоянно у вас был запас этой колбаски. Это просто какая-то фантастика. Слушайте, готовьте смело. А в следующем выпуске вы посмотрите колбасу, приготовленную, брауншвейгскую, приготовленную по другому рецепту, не по ГОСТовскому, а по ЗЕВСу. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что у вас хватит выдержки, силы воли и желания тоже приготовить эту колбасу. Напоминаю, что если вы соберетесь обновить свой парк ножей, то вот такие классные ножи, ну и, кстати, другие тоже от Самуры, выбирайте на свой вкус, можно приобрести с хорошей скидкой. Пользуйтесь промокодом FRESCO. Спасибо за компанию. Всем пока!